XVI веке древние белорусские, украинские и литовские земли от Балтики до Черного моря входили в единое государство – Великое княжество Литовское. Богатые земли в центре Европы на пересечении торговых путей были желанной добычей крымских татар. Будешь стараться, народишь себе сына. Дай, да, да. Вот скажи, Мустафа, незваный гость, хуже или лучше татарина? Отстань, Якуб, надоел. Эй, немец, Фердинанд! Главные у тебя близнецы. А который из них твой? Что случилось? Татары. Может влететь. Ты должен быть там, рядом с отцом. Ты, княжич, еще дитя. Привет.
Боевой конь. Чит, словно ветер. Молодец, Юрий. Арслан, а ты татарин? Да. А почему тогда не с ханом? Хан убивает невинных людей, а Коран это запрещает. Вот так. Угу. Не напрягай рук, княгиня. Когда-нибудь это спасет тебе жизнь. Если бы татары знали, что у нас есть такой меткий воин, они бы никогда не сунулись. Многие согласны нас поддержать. Великий князь литовский Александр немощен. Самое время сбросить. Сейчас нам нельзя оставаться в стороне. Оставь нас, Владимир. Ну! И сядешь на престол, конечно, ты, Глинский. Став во главе княжества литовского, я тебя, Семен, не забуду. Прекрасная у тебя жена, князь. Я бы на другой не женился. Так как насчет нашего сговора? Поддержишь? Я против. Это ослабит великое княжество. Сейчас нам надо держаться вместе. Как бы тебе, князь, не пришлось пожалеть потом. Осторожно, княгиня! Расшибешься! Анастасия! Осторожно, Настасьюшка. Ты играешь с огнем, Владимир. Я пытался забыть тебя, но не смог. Как ты смел? Как ты посмел мне путь заступить? Ты пес сторожевой!
Возьми на выбор любую из нас! Уйдите. Огонь и воду. Кто вы? Люди. Язычники. Это вы нас так называете? Живете в лесу. Без бога, без законов. У вас свой бог. У нас свои боги. Мне нужно вернуться домой. Ночью идти опасно. Утонешь в болоте. Нельзя. Солнце поднимется. Тебя проводят.
Русалка, на дно не утащишь? Так это ты мой спаситель? Тебя спасла Ждана. Какая благодать. Вода как парное молоко. Целебное. И зимой не замерзает. Правда? Водяной не любит, когда вода покрывается льдом. А ты веришь в водяного? Да, он живет вон там. И в остальных богов веришь? Ну, ты же веришь в своего бога. Мы просим наших богов послать дождь. Разогнать тучи. Удачной охоты. Победы в бою. Не нужно. Но ты люба мне. И ты мне. Но не нужно. Но почему? Грех. Грех? Ты люба мне, я тебе. Нет греха. Мои боги благословляют нас, слышишь? Что? Они говорят. Будимир, любишь эту женщину? И ты люб ей. Так любите друг друга. А мой бог говорит, что у женщины должен быть один мужчина. А у мужчины одна женщина. Посмотри вокруг. Олени, птицы, рыбы. Все они свободны. Люди другие. Странные вы христиане. Ты люба мне. Не нужно. Ты что, боишься меня? Я боюсь потерять голову. Оставайся у нас. Это невозможно. Отвернись, я оденусь. Позови. Прощай. Я найду тебя. Что случилось? Настенька! Я заблудилась. Медведь на дороге оказался. Лошадь понесла. И если бы не лесные люди, я не знаю, что бы. Язычники? Да. Не Христи? Нет, Семен, нет. Они меня спасли, накормили, обогрели. Дорогу показали. Не надо, Семен. Прости, князь. С крымчаками договориться можно. Они воевать не будут. Заплатим выкуп, а там... Там посмотрим. Ну и чем могу быть? Я тебе полезен. Батыгерей приглашает нас на переговоры. А здесь соберем недовольных. И в нужный час крепости падают изнутри. Убирайте, музыки, мои дички великие! Да погодите, малыш! А кто там? Князь Друцкий и боярин Ходосевич. Не можешь простить Семена, что лишил тебя привилегий? Не Алелькович мне их давал, а великий князь Литовский. И не Алелькович их отнимать. Так ведь заделаешь. А панов Раду распустил тоже за дело? А теперь что? Сам себе судья и сам палач? Вся казна в его руках. А мы шляхта, что хлопы безродные. Такое не прощают.
Развивала, поглядал, скажи, кума, что за зверь, я ж боюсь, чтоб не съел. Это куме, Эй, дед, я ищу молодую, красивую такую. Ну так это, вот же она. Маланка, тут к тебе хлопец пришел. А чем надо? Не знаю. Может, это посвататься? Сынок, что ж так поздно пришел? О, князь идет с княгиней. Семен, татары уже под куполем. Детей надо отправить. Худосевич своих в Минск отправил. Пусть и наши едут. Там безопаснее. Наши дети останутся здесь. Семен, детей надо отправить. Александру отправь, а Юрий останется. Хочешь, чтобы женщины любили? Пей кумыс и кушай конину. Привыкай, князь, к нашей еде. Сені Алелькевичнің қатыныға ашырды пейшіттім. Говорят тебе, мила жена Алелькевич? Сені бұлағы әттім. Оны қолге ялыштырының ең яқшы ұсылым. Это лучший способ ее приручить. Ма, ал. Анастасия қатының болар. Анастасия будет твоя жена. Мен сені балашармын. Я тебе помогу. Сен мені балашарсан. А ты мне поможешь. М? Мен келешке... Шахар капкалар начался. Открой ворота города к моему подходу. Шахар колым толида. Будете платить выкуп. Накласан. А как иначе? Дают сам. Сам толисан. Я сильнее, а слабый всегда платит. Синюси. Мен толим. Если я проиграю, плачу я. Такой закон. Леген Аллах это Аллах Илахым, нахакунлэг апкемайда, амин, Аллаху хакбар. Но Аллах этого не допустит. Когда будешь брать город? Шахарны качан аласын дей. Баш күшлі келгенді. Как подойдут основные силы? Завтра по Менскому тракту повезут дочь князя Алельковича, чтобы твои воины не напали случайно на них. Ертеге Минск юлынан князь Алелькевичны қызына алып келділәр. Соғушыларын бір хастан басмасын дейді. Омин, Аллаху акбар. Сен князь, қал. А ты князь, останься. Да хранит тебя Господь. Скучать будешь по мне? Ничего, скоро увидимся. Софья. Девочка моя. Храни тебя Господь.
прости меня, Господи, за грехи мои. А, красавица. Ну как, хан, нравится? Ну хорошо, и это хорошо. А ноги? Ты, хан, посмотри на грудь. Вот эту наложницу, технобазар в Стамбул. Остальных воинов. Привезли дочь князя Олейковича. Приведи. Пошли вон. Вон. Ах, вот ты какая, Александра. Кия? Присаживайся. Ал. Угощайся. Бошедан, бордон я вам сачич. Смотри, чтобы ни один волос не упал с ее головы. Понял? Я попытаюсь вернуть Александру. Хочешь, чтобы сюда привезли твою голову? Настенька, Настюша, мы будем собирать выкуп. Нет, на это уйдет много времени. Настя! Умоляю тебя, помоги. У татар моя дочь, только на твоих людей надежда. Я прошу тебя, помоги. Они продадут Александру в рабство. Я прошу тебя. Отец, надо помочь. Ooh.
Слышишь? Что? Откуда этот дикий запах? Не знаю, что-то у меня с головой. Все плывет. Будем, я прикрою. Арслан, держи Александра. Где ты газ? Догнать. Быстрее догнать, негодная. Сам! Опче! Там газонар! Вот. Дурман трава. Доченька, слава богу. Тебя там никто не обижал, а, ребятушка моя? Нет, матушка, хан такой добрый. Надо поторопиться, можем не успеть. Татары совсем близко. Спешить надо. Владимир, проверь вторые ворота. С прошлого набега не чинили. Князь, слыхал? Татары уже захватили Любань, Кополь и Слободу. Ну как, Базыль? Сладка княжеская милость? Да горше смерти позор этот. Олег Ильич не всегда прав. Пойдем, угощу тебя хмельным медом. Сто лет! Сто лет, княже! Сто лет! 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 Хороши крымчаки, привозят прекрасное вино. Да, сами не пьют. Лаз дураков спаивают. Потерпи, княжич, до медовых орехов осталась самая Батыгерей уже в болотчицах и столько войска с собой ведет.
Цыц! Цыц, холопка. И чтоб никому ни слова. Настасья, мечтаешь? Погоди, придет и мой час. Вот здесь у нас будут пороховые склады. Порох привез? Да, закупил пушки, ядра и много пороху. Хорошо, что еще? Привез книгу, которую ты просил. «Премудрости ратного ремесла». Что с тобой, князь? Утомился сегодня. Совсем ты мало отдыхаешь, Семен. Пойдем, я тебя провожу. Продолжай, Фердинанд. Ну что? Худо. Непростая. Заморские леки не помогут. Надо к язычникам идти. Они столько наших людей исцелили. Я не могу его оставить. Я пойду. Дорогу знаешь? Не впервой. Это со мной. Помоги им, Ждана. Спаси. Уже не спасти. Его отравили. Кто? Кто тебя надоумил? Тебя надоумил. Владимир! Кто? Князь Друзский! Кто? Князь Друзский. Владимир? Что будем делать, княгиня? Подождем. Будем молить Господа за Семена. Анастасия. Что бы ни случилось, я с тобой. Во имя Отца и Сына и Духа Святаго, я грешный раб Божий,
Семен Олегович. Никем не принуждаемый. Здравствуй. На случай, если Бог решит, что о жизни моей. Даю завещание сыну моему и княгине моей. До возмужания сына моего Юрия княжеством и городом править будет Анастасия. Мы послушны воле твоей, князь. Но сможет ли Анастасия сейчас управлять сама? Назначь опекуном князя Владимира Друцкого. Он не только словами, но и делами доказал свою преданность тебе. Приказу своего не изменю. А кто будет бунтовать, карай. Немилосердно. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Олелькович помер. Может, пойдем на Слуцк? Нет, рано, Мурат. Пошли грамоту князю Друцкому. Пускай они между собой перегрызутся, как бешеные псы. Сам единый себе смертный, сотворил и создал человека, землю под земли создахомся, и в землю ты жди пойдем. Яко же повелел си создав имя и реки ими, яко земля си и в землю отыдеши, а может все человецы пойдем. Надгробное рыдание творящее песнь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Покой, Господи, княгиня, душу, гроба твоего. Прочти. Покой, Господи, душу, совша гроба твоего. Славу Отцу Сыну Святому. Как прикажешь, княгиня, казнить. Признай во веки веков. Аминь. Покой, Господи, время ли? Ой, гляди-ка бы не было поздно. В городе зреет бунт. Бабу на княжество! Волос длинный, ум короткий! Князь Олегович от хворы свой разум утратил! Княжеству нужна крепкая рука! И мужская сила! Хотим князя Друцкого! Он восстановит городское право и вернет нам магистрат! Послание мы отобрали у ханского гонца. Ясновельможного пана, князя Владимира Друцкого, приветствует крымский хан Батыгирей. Ежели помнишь о договоре нашем, прикажи княгине приготовить выкуп деньгами, золотом и красными девками. Открой ворота города к нашему приходу, о чем сообщу тебе заранее. Я тебя не предавал, княгиня. Ты это знаешь.
Я хотел спасти город. Выкупом! Ты отравил Семена. Я сделал это ради тебя. Князя на кол! Как можно? Помилуй, Анастасия. Христом Богом прошу. Пощади. Я же люблю тебя. Михаил Глинский. Господи. Софи, скажи, что я нездорова. Да, но я ведь уже сказала, что... Хорошо. Пусть подождет. Приветствую, Ваша милость, маршалок Клетовский. По моим сведениям, сюда идет 20-тысячное войско Батыгирея. Тяжело тебе придется. И что ты предлагаешь, Михаил? Крепкую мужскую руку. И сердце. Да. Крепкая мужская рука мне сейчас нужна. А вот сердце принять не могу. Помнишь, перед охотой ты умчалась в лес, озорная, разгоряченная. Анастасия, будь моей женой, ты мне нужна. Я? Или княжество? Конечно же, ты. Но и княжество. Нет, князь. Не могу я быть твоей женой. Тогда я захвачу силой и тебя, и княжество. Фердинанд, мне нужны боевые доспехи и меч. Питер. Тяжело. Выйти. Княгиня, если мешают комары и мухи, воспользуйся феером. А меч должен быть тяжелым. Им рубят головы, а не капусту. Я владею мечом не хуже мужчин. Майн год. В бою нужна сила. В бою нужны ловкость, ум и хитрость. Выколоть мне меч. Я вот. Как ты смеешь перечить княгине? Она мне платит не за любезности, а за труд. Хочешь, чтобы тебе отрубили голову? Я хочу, чтобы она стала шефа. Трудное время, княгиня.
Набега не предотвратить. Сейчас тебе нельзя оставаться одной. Почему? Воевать не женское ремесло. Княжеством должен управлять мужчина с крепкой рукой. Такова была воля Семена. Найди себе мужа, княгиня. Ради народа, пасты Христовой. Я дам тебе благословение. Траур по Семену еще не прошел. Панове, вы знали князя Семена. Помянем его по христианскому обычаю. Великий князь Александр нездоров. Он не скоро оправится от болезни и не сможет помочь нам одолеть татар. Сейчас мы сами должны думать о защите своих земель. И что предлагает княгиня? Отпор татарам дадим сообща, иначе грабить не перестанут. Если вельможная пани в самом деле надеется, что наш сговор ее защитит. Я думаю не только о себе. Каждый город должен иметь войско, готовое прийти на помощь соседу. И мы собрали такую дружину. Хотите воевать с татарами в чистом поле? Они прирожденные воины, куда там нашим? У Батыгирея таких 20 тысяч. Тевтонцев было больше, но поляки, смоляне и мы победили при Грюнвальде, потому что все объединились. А у меня зерна. Мехов и золота хватает, чтобы откупиться. А татар надежнее защитят городские стены. Вот их и надо укреплять. Да если мы не поможем друг другу, Батыгирей перебьет нас поодиночке. Жаль. 100 лет назад при Грюнвальде наши предки были гораздо мудрее. Ясно, вельможная пани. Я пришлю почтовых голубей. Придут татары. Выпустишь. Фердинанд, а что это такое? Это волчьи ямы. Страшное изобретение. С волками по волчьи. Смотри, княгиня. Чтобы татары не пронюхали. Для этого у нас есть Корецкий. Осторожней, порох. А там что? Это секрет. Вперед! Смерть басурманам! Тут волчьи ямы, тут пороховые почки. Знай тайный лаз. Но стражники, охрана. Я усыпел их. Дурман травой. Знаю, ты осталась одна. Нет, не одна. Со мной дети. Будимир,
Божьим. Но разве я рабыня? Перед иконой стоишь на коленях. Прими Бога истинного, Он поможет тебе в трудный час. Разве помог Он мужу твоему? Защитил от татар? Нет, надеяться нужно только на себя. Забирай детей. Пойдем со мной. В Дубраве у меня дом. Там нас никто не тронет. Я не могу. Ну почему? Пойдем. Сейчас я не принадлежу себе. Мое место здесь. Люди доверились мне и надеются. Понадобится помощь. Позови. Что мне делать, Господи? Прошу тебя, скажи. Не знаю, смогу ли я, Господи. Прошу тебя, дай мне ответ, скажи мне. А может бросить все, довериться силе разума мужчин. Разуми меня, Господи, прошу тебя. Дай мне силы и ясную голову. Прошу тебя, Господи. Саламатлик тилим сизге. Мир вам, добрые люди. И вам мир, если пришли с добром. Сизге да атаремэнде, яхшылыктан келген булсагыз. Мин Крым ханы, Батыгереймен. Князь хатыны Слуцкий белән сөйләшергә телим. Я хан Крымский Батыгерей. Хочу переговорить с княгиней Анастасией Слуцкой. Княгиня, ни за что. Батыгерей коварен. Хану нельзя верить. Возьмет в полон. Надо ехать. Может, договоримся. Останешься вместо меня. Если не вернусь, возглавишь оборону города. Княгиня. Береги детей. Саламатлик тилеймиз, князь хатын Слуцкаяге. Мы приветствуем княгиню Слуцкую. Приветствую хана Батыгерея. Чего он хочет? Может, свататься приехал, а? Да помолчи ты. Хан токулышына файдасы йода бойлимен. Мен абу керакми, мен кучилеракман сиздан. Сиз ялым толисиз, мен озы йолым билан кете веремен. Я не хочу войны. Мне крови не надо.
Вы нам платите выкуп, а мы обратно пойдем. Я согласна откупиться, хан. Но ты пообещай, что это будет твой последний набег. Мен разуман, Толешке. Лекин вада кыл. Бу ахалги келешин. Вада бер алмайман. Сизнинг хотын-кызларингиз турк базарыда кыммат турады. Обещать не могу. Ваши женщины и дети — дорогой товар в турецких базарах. Тогда мы будем обороняться. Химайлнамыз дей. Артык канны төкүлүшүнүн нима кереги бар? Кара, манда миңлеп аскерлерим бар. Сана күчүң жетмейди. Таслим бол. Шахарды топшур. Зачем лишней крови? Смотри, у меня сколько войск. Тысячи. Тьма! Сдавай город. Нет. Мы будем сражаться. Куражамызей. Куран бойча. Аял кши иркейге кул кутарышы. Ярамай. Но Коран запрещает женщине поднять руку на мужчину. Она должна ему подчиняться. Коран запрещает мужчине убивать и брать в плен женщин и детей. Ким нарсаны ман эткенені? Сам маны кенезегім болгеш біліп олесен. Кто что запрещает, ты узнаешь тогда, когда станешь моей его наложницей. Наложницей? Когда рак на горе свистнет. Аңламаным. Кыскычбака тауда бір жылласа дей. Кыскычбака? Кыскычбака... Ай, білмейм. Улымге хазырланыңгез, кофырлар. Эй, вы! Готовьтесь к смерти, неверные! Готовиться к бою. Город сжечь.
Никого в живых не оставляйте. Айда! Отходим! Вот план укреплений. Волчьи ямы, пороховые бочки там. Нагатмаларна палана дей. А ниге? Или гряки термеды? А ты почему раньше не принес? Так не мог. Следили. Болмады дей. Куча ты бералар? Каланы химай сабалям. Ким шугула надо? А кто командует обороной города? Анастасия Слуцкая. Шайтан ото мидиган жойдан, айол отады. Там, где шайтан не пролезет, туда женщина отправляет, да? Кирастан елу на кайрлан газимыз. Где лучше вести подкоп? Вот здесь, восточная башня. Под ней склад с пороховыми бочками. Взорвется, ничего не останется. Меня бы надо. Алдама, дома? А не врешь ли ты? Истинный крест. Он тебе. Без шартлатанас. Лекин дивор бузульмаса. Блыбкой. Минсина сам. Если стена не взорвется, хан тебе повесит. Пожарные дружины. Долго возятся. Асыгыз,
кофурный. Казнить неверного. За что? Я не виновен. Прости, я не виновен. Прости, хан. Жаскерна. Прости, Шахардан, хан. Отводи войска. Я не виновен. Якши. Помилуй, хан, помилуй. Христом Богом молю, помилуй. Выпускай голубей. Новый набег одни не отобьем. Анастасия. Йордам керек ми синга? А, просишь помощи? Куда ведет эта дорога? Новогрудок. Новогрудок. Из Новогрудка вышло подкрепление. Долетели голуби. Татары ждали. Окружили и... Господи. Теперь помощи ждать не от кого. Сможешь пробраться к язычникам? Попробую. Вот оберег. Передай Будимиру. Нужна помощь. Далеко ли собрался, дружок? Мусульман боп тұрып, кофрлерге қызмат етесам. Мусульманин служит неверным? Нехорошо. Мен сен таныдым. Сен жосур боп тұрсы. Я знаю, ты отважный воин. Кел мені байрақларым матагеге. Встань под мои знамена, и Аллах простит тебя. Твои знамена запачканы кровью. Разве Аллах учит убивать? А тот, кто поднимает меч, должен умереть как собака, без покаяния и могильного камня. Так написано в Коране. Как бы ты хотел умереть? Как воин в бою? Ты упустил эту возможность. Арслан?
пошла Аргама. Начинать? И горожане, не пощадим жизни своей за нашу землю, за веру православную. Мы должны отстоять наш город. Сегодня решится его судьба. Но если не выдержим, не выстоим, завтра хан уведет нас в рабство, как скот. Не бывать этому! Не бывать! Не бывать! Лучше погибнуть! Погибнуть! Погибнем! Войны, выбрали все города, которые мы штурмовали. Сегодня мы возьмем Слуцк. Мы сильнее татар, потому что мы защищаем наши дома, родных, близких, детей. И мы победим. С нами Бог. Хамма хотон кызлар, хамма олтын. Вся добыча и женщины ваши. Аллах Акбар! Аллах Велик. Сидели бы тихо, мирно, как наши татары. Так грабить легче, чем работать. Скажи, Елда, незваный гость хуже, а лучше татарин. Отец Данила! Защищать свой народ – святое дело. За него и умереть! Господи! Бросить на город все силы. Поджигайте шатры, отходите к лесу. А я к городским воротам. Поднять ворота. Быстрее!
помогли, мои боги. Может, твой поможет. Что ты задумала, княгиня? Остаетесь вместо меня. Вот она, дьяволица. Она сошла с ума. Ну что, красавица, сразимся, а? Аллах велик. Я победил. Теперь ты моя наложница. Подойди ко мне. Хорошие мои. Александр. Фердинанд, я думаю восстанавливать город. Начнем вон с тех домов. Я волю, хер княжич. У людей ведь должна быть от головой крыша. Мудрое решение. Всем пиво! Приглашаю в корчму! Угощаю! Анастасия прожила 50 лет. Одни источники называли ее амазонкой.
Другие сравнивали с Жанной д'Арк. Когда Юрий подрос, она передала ему княжество, и сын достойно правил, одерживая победы в битвах с врагами. Его женой стала княжна Алена Радзивилл. Дочь Александра вышла замуж за высокородного князя, гетмана Константина Острожского. Внучка Анастасии, София Слуцкая, была причислена к лику святых за стойкость и преданность православной вере. В те тревожные годы многие города были разграблены и сожжены татарами. Но Слуцк выстоял.